Бордюр, поребрик, каемка или обрамление. Как его ни назови, функционал не изменится. Разделить границы зон движения пешеходов и машин, четко обозначить проезжую часть, а также обеспечить безопасность. Все эти функции выполняет дорожный бордюр. Сейчас на улице Луначарского подрядчик занимается обновлением этого объекта инфраструктуры. Сегодня в границах улиц Новосадовой и Автобусного переулка рабочие приступили к замене старого бортового камня на новый, более прочный и износостойкий. Также уже выполнена значительная часть работ на тротуарах и проезжей части. Благоустройство выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Выполняются работы по комплексному ремонту объекта. Уже выполнена работа по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего условия. Общая площадь работ более 3,5 тысяч квадратных метров. Также выполняется работа по устройству плиточного покрытия на площади более 2,5 тысяч метров квадратных. Так как ремонт улицы Луначарского комплексный, благоустраивают и прилегающую территорию. В нее входят как пешеходная зона, так и газоны. Вскоре здесь появятся новые урны, старые опоры сетей освещения заменят, а рядом с проезжей частью идет устройство более удобных пандусов для маломобильного населения. Впервые в Самаре с этого дорожно-строительного сезона используется бетонный камень новой формы по образцу элементов уличной дорожной сети Москвы и Санкт-Петербурга. Особую значимость объекту благоустройства придает его близость к будущему филиалу Третьяковской галереи и скверу памяти борцов революции, которые также облагораживают, но в рамках другого национального проекта «Жилье и городская среда». Ждали этого проекта. У нас даже был научно-практическая конференция, в котором один из студентов писал о том, как это будет происходить, как будет происходить благоустройство непосредственно этой улицы, этого сквера. Мы очень ждали, когда наконец-то у нас из фабрики кухни будет открыто наше, сегодня уже ждем прямо открытие филиал Третьяковской галереи, и это действительно очень большое для нас событие. Обновление улицы Луначарского планируют закончить к концу августа этого года. Как отмечает подрядчик, сейчас объект готов более чем на 30%. Работы ведутся с опережением графика. Прилегающую к улице территорию сквера комплексно благоустроят тоже к концу лета. Поскольку дорожный объект после развития инфраструктуры станет еще более востребованным, в ряде локаций создадут новые парковочные места. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.